Здравствуйте, это канал о вязании Емеля Нитин, меня зовут Юля. В сегодняшнем видео я покажу, как менять цвет достаточно незаметно в полотне. Это уже мой второй способ, первый я показывала чуть ранее, сделаю здесь наверху ссылку, вы можете его посмотреть. Сейчас я вяжу, это уже деталь рукава, у меня в работе 4 цвета. Вот так делаются переходы. Порядок переходов может быть любой по вашему вкусу, но вот как это делать? Сейчас я покажу основной принцип. Переход цвета я меняю в одном и том же вертикальном ряду. Я специально для этого вывязала одну петлю изнаночную делаю, и она мне идет по всем вертикальным петелькам по одному. Значит, один вертикальный ряд у меня изнаночный, вот, заговариваюсь. А все остальное полотно у меня связано лицевой гладью, как вы видите. И смену цветов я делаю именно вот в этом вертикальном изнаночном ряду. С изнанки это выглядит вот так. Сейчас я покажу большую часть. У меня еще связано полотно основное так. Вот эта косичка, это изнаночная петля с изнанки, значит, она лицевая. А вот этот жгутик, это перекручиваются нитки у меня, чтобы они мне не выходили и не болтались с изнанки. Я покажу, как вот так я их перекручиваю. Очень важно, когда вы перекручиваете нити, делать это достаточно свободно, чтобы не было полотно стянуто в этом месте, чтобы оно также было эластичным, как и основное ваше полотно. В моем первом варианте я делаю смещение каждый раз, перемещение, то есть начало ряда, в моем первом варианте всегда смещается на одну петлю в каждом ряду. Здесь я не делаю никаких смещений. Начало ряда у меня всегда в одном и том же месте. Мне это необходимо для того, чтобы у меня сохранялся вот этот шов, чтобы у меня всегда вот эта смена цветов приходилась в одно и то же место. И здесь у меня это внутренняя часть рукава, внутренний шов рукава, чтобы это было максимально невидимым, плюс еще и внутри. Поэтому, значит, здесь мне, значит, наряд, все сказала. Теперь, почему я, значит, я вяжу методом Magic Loop. Даже вы, если будете вязать на чулочных спицах, все равно я бы рекомендовала, наверное, так вам делать. Ну, смотрите по вашей технике вязания. Я смещаю вот эту петельку и, ну, перемещение спиц чуть-чуть в стороне от того места, где я буду делать перемещение. Потому что когда вы, если сделаете вот здесь перемещение спиц, то есть если все спицы я петельки сюда перенесу на ту спицу, а здесь буду делать перемещение, то здесь будет достаточно растянутая вот эта изнаночная петля, плюс вы не будете видеть, как вам корректно сделать натяжение между петлями, потому что вы должны видеть натяжение вот этой петельки последней в ряду и натяжение петельки первой как бы в следующем ряду. Поэтому я всегда делаю вот несколько петель, вот сюда перекладываю на левую спицу. Это немножко усложняет работу, но эффективность перемещений гораздо лучше, натяжение петель получается лучше. Итак, значит, я сейчас довязываю вот эти 4 петли моим основным цветом, ну, который сейчас у меня в работе. Провязала. И вот я вижу, что с предыдущего ряда петли уже подрастянулись, и я их просто беру, последние две слегка натягиваю. Все, я поднатянула цвет. Сейчас у меня должен пойти белый цвет в работу. Что я делаю? Я беру белый цвет. Вот розовая нить, которая у меня была. Вот все остальные. Выпутываю, если у меня что-то запуталось. Надо, чтобы ниточки ровно располагались и не сильно стягивали друг друга. Итак, я отделила белую нитку, которую сейчас буду включать в работу. Другие нитки, которые мне сейчас не нужны в этом ряду, отдельно. И белой ниточкой как бы обхватываю их, вывожу их влево нитки, а рабочую нить вправо, накрываю их. Вот так обхватила. Убираю их назад, чтобы они мне не мешали. И вот так получается. Белая ниточка, которая сейчас будет работать, обхватывать остальные цвета. Я их убираю. Сейчас будем вязать.
Вот сюда я их придерживаю. Белая нить в работе. Подтягиваем последнюю петельку не сильно. Смотрим, как была провязана предыдущая петля этого цвета. Накладываем. Свободно. Я чуть-чуть даже слегка вот так вниз подтягиваю ниточку и придерживаю ее, чтобы я при провязывании первых нескольких петель не натянула эту нить. Так, первая у меня петля изнаночная, тот самый ряд вертикальный. Дальше лицевые. Вяжите таким натяжением, как вы привыкли вязать весь ваш ряд. Я довязала до Magic Loop, до конца половинки. Вот так я довязала и разворачиваю в эту сторону. У меня вот так были нитки, я их переворачиваю в обратную и вяжу дальше. Так, я довязала другую сторону Magic Loop и смотрим сюда, вот, смотрите внимательно. Я перевернула до рукав, он у меня уже перекрутился при вязании. То есть мне нужно разворачивать вот так в обратную сторону вязания, чтобы мне не пришлось постоянно раскручивать вот свое изделие во время вязания. Итак, я развернула в обратную сторону. И теперь мне получается следующая ситуация. Если я просто возьму сейчас и буду вязать вот так, то вот эти нитки у меня будут сильно мешать и завяжутся вот, ну, дальше. Короче, это неудобно. Когда я нахожусь вот в этом положении, я беру остальные нитки, кладу сюда, а белую накладываю сверху. Все. И опять у меня белая ниточка освободилась, цветные остальные нитки убраны. И я вяжу. Все, провязала 4 петли. Вот видно, у меня последние розовые подосвободились, точнее подрастянулись. Я беру их, подтягиваю. И сейчас буду производить ту же манипуляцию перекручивания, как я показала ранее. То есть я снова возьму, теперь нужна зеленая нитка. Смотрю зеленую нитку. Расправляю ее, смотрю, чтобы она не была у меня запутана. Ну, то есть, конечно, это такое занятие для терпеливых. Вот подпуталась уже. Сейчас распутаю, включусь. Вот я освободила зеленую нить. Она мне находится сейчас слева. Вот остальные другие цвета. Опять я подхватываю зеленой ниткой, которая сейчас в работе, другие нити. Другие цвета убираю влево. Рабочую нить, которая будет сейчас у меня в работе, убираю вправо и начинаю вязать ею. Слегка подтягиваю, слегка расслабляю. Опять вяжу первый у меня ряд вертикальный, да, то есть одна петля изнаночная, и дальше вяжу снова лицевые. Ну и так далее до конца. Вот таким образом я меняю цвета. Получается, перемена цвета всегда в одном вертикальном ряду. Вот так он прячется благодаря тому, что, ну вот, все лицевые петли, все полотно, а здесь изнанка. И не видно практически эту петлю, этот вертикальный ряд. Сейчас покажу на другом готовом рукаве. Вот так это выглядит. То есть, да, конечно, я вот так раскрою. Вот прячется этот изнаночный ряд внутри. И стыка практически незаметно. К тому же это внутренняя сторона рукава. Если это какая-то шапка, то, безусловно, тогда это будет уже обратная сторона шапки на затылке. Либо можно первым способом, каким я указывала в начале видео, по ссылке перейдите, посмотрите, можно по-другому менять. Но сейчас я меняю вот так. В резинке здесь у меня два цвета. Я меняю аналогично. То есть вот с изнаночной стороны изнаночная вертикальная, значит, ряд превратился в лицевую, вот рядом жгутик перекручивающийся. Вот так. Очень хороший метод. Другие мастер-классы вы можете посмотреть на моем YouTube-канале. Подписывайтесь, переходите по ссылкам, которые указаны ниже. И на этом видео буду рада вас видеть вновь и вновь на своем канале. Вяжите в удовольствие и удачных вам проектов. Пока-пока!